Добро пожаловать на канал Хитсад ТВ. В этом видео я продолжаю рассказывать, как улучшить цветение орхидеи. После цветения орхидея увядает. Срезаем все отмершие цветоносы. Если растение никогда не цвело, у него должно быть 3 или более пар листьев. И здоровые корни. Посыпьте рану порошком корицы, чтобы она быстро зажила. Затем подождите один день, пока черенок высохнет. Затем возьмите маленькие луковицы и нарежьте ее тонкими ломтиками. Добавьте 1 литр воды и доведите до кипения. Подождите день, затем используйте. Затем возьмите 3 ложки риса. Затем перед использованием замочите в 1 литре воды и оставьте на 1 день. Через день процедите остатки. Смешайте 2 вида вместе. Очистите листья этой водой. Это помогает удалить грибки и бактерии, чтобы помочь орхидеям расти лучше. Делайте это раз в неделю. Затем используйте эту воду для полива корней орхидеи. Это поможет стимулировать рост стебля и цветочного стебля. Поместите ватные шарики между 2 листьями. Затем распылите эту воду на ватный диск. Это стимулирует рост цветочных стеблей. А для орхидей распылите его на верхнюю и нижнюю части листьев, чтобы добавить питательные вещества через листья. Делать это нужно рано утром, чтобы к полудню листья высохли до попадания солнечных лучей. Через 30 минут уберите вату и повторяйте 1 раз в неделю. И уберите горшок с орхидеей. Два месяца спустя. Многие цветочные стебли растут одновременно. Орхидеи также дают много новых корней. С помощью этого простого метода вы можете легко ухаживать за цветущими орхидеями в домашних условиях. Спасибо за просмотр видео. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на канал. Удачи и увидимся в следующих видео.